Дорожные организации на 80% готовы к зиме. Об этом сегодня сообщили в Чувашупрдоре. Готовиться к холодам дорожники начали еще летом, а сейчас в организациях идут последние проверки. Очередная сегодня прошла в Батыревском районе республики. Ольга Григорьева изучила степень готовности дорожных организаций. Спецтехника в этой подрядной организации наготове. Щебень и песчано-соляная смесь тоже. Более 60 тысяч тонн песка и 5 тысяч тонн соли, если понадобится, лягут на трассы Батыревского, Яльчикского и Комсомольского районов. Это 330 километров республиканских и местных дорог. Столько находится в зоне ответственности Батыревского ДРСУ. 1 октября был первый снег. На участке от Чебоксар до Лапсар был уже слой снега лежал сантиметров 10. Были первые аварии, поэтому это был первый сигнал для нас, что зима на носу. Альтернативой песчано-соляной смеси, которую сейчас перемешивает экскаватор, и щебню, станет природный рассол. Им на протяжении вот уже более 20 лет поливают дороги. Правда, использовать его можно лишь тогда, когда на улице до минус 5 градусов. Там в составе рассола, значит, магний, который меньше взаимодействует с металлом, то есть процесс окисления меньше. Это автомобилисты знают. Какой урон наносит соляная смесь на автомобильный транспорт. Природный рассол как-то более мягче воздействует на металл, соответственно, мягче влияет на окружающую среду. Все 6 подрядных организаций, что отвечают за содержание республиканских и местных дорог в Чувашии, сейчас завершают подготовку к холодам. На спусках-подъемах устанавливаются ящики со смесью, соответствующие дорожные знаки. А в холода будут дежурить специальные бригады. По всем подрядным организациям в рамках нашего приказа, значит, созданы мобильные группы, готовые в любой момент, значит, исходя из метеоусловий, выехать моментально и устранить, значит, все, что необходимо в целях, опять же, безопасности дорожного движения. Вместе с тем, дорожники рассчитывают, что их союзниками станут автолюбители, вовремя переобуют своих железных коней. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.